Всем привет, мои дорогие. Не знаю, говорила вам или нет, я начала заниматься йогой профессионально. Купила курс, и йога войдет в мою жизнь. Я так решила. И вот после очередного занятия я пришла походить. Но я после йоги такая расслабленная, вы себе не представляете. Надо опять просыпаться и бежать. У нас поменяли здесь вот эти часы, циферблат, табло, тут и температура 22 градуса. Такая тишина с утра, только море. Все, я пошла, потому что мне некогда, буду слушать аудиокнигу и бежать вперед к своей цели. Это я. Успокойся, говорю. А вот так сегодня я выгляжу. Пошла я в гости к Лаки, мои дорогие. Наталья. Ну, а на базар пойдем. Может, Ташкем сам сходит. Смотрите, базар везде сегодня. Когда я вернусь, ну, вообще я так устала уже, если честно сказать, что сил уже нету доехать бы, но до Натальи. Небо какое, туча, все в тучах, а я разделась, вообще сняла платье летнее. Вот я приехала в Теджи и неправильно села на маршрутку. Думала, все маршрутки, где написано Теджи, они едут куда мне нужно. А вот меня высадили на трассе. И то я проснулась, думаю, здесь надо поворачивать, почему он не идет. Вот сейчас жду вторую маршрутку. Вот такая вот я дурында. Пешком идти далеко туда. Можно, но далеко. Ой, пахнет так классно. Ой, а посмотрите, какие цветочки. Розы или маки? Какой яркий, красный. Вот такую помаду хочу. Наконец-то я доехала. Вчера читала комментарии, и вы сказали, что вы тоже не заметили мою стрижку. Никаких изменений. А я заметила, у меня, во-первых, сзади форма стала, да, я могу хоть красиво за уши сделать. У меня сильный цвет ничем не отличается почти, потому что в следующий раз я буду делать тотальное блондирование с окраской. А сейчас мы сделали щадящее такое, чтобы чуть-чуть отросло, да, для нужной длины. Так что вот так вот хотела всем объяснить. Ну, я чувствую, у меня было волосики другой цвет, но у меня же бразильское милирование. Посмотрите на мальчика, посмотрите. Давай, служить. Посмотрите, все меня облизало. Ой, ты боже мой, ой, ты умничка такая. Ой, мультики смотрит. Бабушка, о, игрушка. Дай игрушку. Лаки, тебя любят мои подписчики очень. Дай игрушки, Лакуша. Дай игрушку. Дай, Свете, игрушку. Да. Давай играться. Где игрушка? Игрушку принеси мне. Принеси мне игрушку. Давай, скорее будем играться. Ой, где игрушка? Давай. Слушай. Лакушка, служить, как он, какой сладкий такой мальчик, хороший мальчик. Давай, кружись. Научился новых команд, Наталья? Да, нет. Петь. Волосатик. Вот так вот сегодня я пришла в гости к Лакуше. Иди ко мне. Лаки, ты что бросила игрушку-то? Ну-ка, давай. Принеси мне игрушку, принеси. Я такая вся отключенная после йоги. Как она на меня действует хорошо. Мне все параллельно. Что, пишите гадости, мне все параллельно. Ну, прямо что. Не, знаешь, что когда плохое пишут, значит,
Людям очень плохо. И будет все время плохо. А когда пишешь и восхищаешься кем-то, вот, твоя жизнь изменится в лучшую сторону. Даже говорят, что ты кого-то имеешь на виду, успешного человека, ты с него берешь пример. Напиши ему на электронную почту письмо. Я вами восхищаюсь. И ты будешь на один шаг ближе к успеху. Даже такое я слышала. А вы слышали такое? Читайте аудиокниги успешных людей-миллионеров и думайте, как миллионеры. Лагуша, иди сюда ко мне. Иди. Иди. Гулять пойдем? Мы пойдем гулять? Мы пойдем гулять? Мы пойдем гулять, сейчас фотографироваться пойдем. Лаки. Я в этой одежде уже была, в которой хочу. Лаки. Хочет меня поцеловать в губы. Слушай, так у тебя тоже это самое. Посмотрите, Лаки, что он творит. Пускай, пускай его надо. А что это он делает? Иди, иди. Сам иди, он тебя любит, потому что... А, любит меня мальчик. Иди. Любовь. У нас любовь? Иди сюда. Как действует на него. Вот и наша Наталья вот с Лаким провожают меня до дому, до хаты. Наталья, посмотрите, как выглядит стройненько, видите? Лаки, шерсть. Искудали на турецких харчах. Искудали. Здоровые харчи. Наталья, а сейчас помидоры какие вкусные, правда? Уже такой вкусный салат из них делают. Я... вообще... Да все так вкусно, вообще все. Не знаю, это клубника такая. Сейчас у нас базар, надо быстро клубника. Ехать, чтобы слушай. Купить. Не успеваю я, все. Не успеваю. Опоздали сегодня на базар. Посмотрите, что только досталось нам. Я была у Натальи, пока я доехала, мой муж меня ждал. И я быстро на вебинар, он сам пошел. Купил только клубнику, и посмотрите, что он купил. Кусок арбуза. Это стоит 7 лир, я уже съела столько. Я так хотела арбуз, но большой арбуз мне не нужен. Он где-то 80-100 лир, мы спрашивали. Такие деньги не стоит сейчас давать, когда можно. И его не съешь физически сразу. Поэтому, мои дорогие, я сегодня кайфую. Ну все, я сейчас приготовила мужу ужин, покажу, что. Тебе я приготовила такой суп. Куриная грудка, грибы, брокколи, морковь, все. Все, что хотите, все там есть. А Эндеру вот такой вот ужин приготовила. И новый сделала суп с мерджимик, потому что вчера ему не понравился. Тут, значит, идет грибы, куриная грудка, салатик, прополис ложка, видите. Стакан воды он приготовил, все. Приятного аппетита, афетусу нашкин.